Продолжение квеста, связанное с Дори и с этим молодым человеком. Я его название забыл, имя точнее забыл, ребят. Вот он стоит, кстати, уже перед нами. И сейчас мы посмотрим, что же он нам будет предлагать. Мы же, в принципе, выкупили то, что хотели. Ну, это сюжетка, вы уже поняли. И да, всем привет. Поехали! Вы пришли, судя по вашему виду, вы добились успеха. Да, здесь полно людей из Академии. Почему ты выбрал именно это место для встречи? Викала Фундук находится под контролем Академии. Естественно, здесь работают люди из Академии, и я прибыл в порт Ормус под предлогом ведения официальных дел. Слушайте, знаете, такая небольшая пауза. Я хочу, чтобы этот персонаж тоже был. Я хочу, чтобы он был пятизвездочным. Ну, судя по всему, у него же дендра, да? Стихия. Это интересно. Дерзости тебе не занимать. Расслабься. Здесь я никого не интересует. Здесь никого не интересует, о чем мы говорим. Аматра сюда не заглядывает. Итак, расскажите, как прошла ваша встреча с Дори? Ну и вы рассказываете Аль-Хайтаму, что произошло. Аль-Хайтам, мы выполнили твою часть договора. Можешь рассказать нам о капсуле знаний, которую потеряла Академия? Сначала я хотел бы узнать, зачем она вам. Можете не отвечать, конечно. Ну, это не секрет. Верно, Максиплей хочет получить аудиенцию у Божества Мудрости, чтобы задать ей несколько вопросов. Но за все это время нашего пребывания в Сумеру мы так и не смогли найти способ сделать это. Мы узнали, что Академия потеряла что-то, что может быть связано с Архондами, поэтому решили попытать счастье здесь. А, в таком случае, вы на верном пути. Некоторое время назад Академия потеряла в пустыне капсулу знаний. Предположительно, это капсула знаний Архонта, с помощью которого можно обрести божественную мудрость. Даже такое есть. Скажем, если мы найдем ее, то будем знать все. От способа получить аудиенцию у Дендра Архонта до ответа на вопросы о твоем брате. Я очень сомневаюсь, что она обладает какими-либо мистическими свойствами, но капсула действительно существует и находится здесь, в Порт-Ормусе. Где она сейчас? Выяснить это и есть наша следующая задача. Ты тоже ее ищешь? Не стану отрицать. Я провожу расследование, поэтому... потому что мне интересно, что на самом деле представляет собой капсулу знаний Архонта. Как вам известно, пустынники в Порт-Ормусе тоже положили на нее глаз. Это довольно ценный предмет, и знания, содержащиеся в нем, могут даровать власть и богатство. В последнее время несколько бригад ведут борьбу за право владеть капсулой, но победитель пока не выявлен. Мои личные финансы и связи не могут конкурировать с финансами и связями пустынников. После некоторых усилий мне наконец удалось достичь предварительной договоренности с несколькими бригадами. Я согласился отказаться от владения капсулой знаний Архонта в обмен на возможность изучить ее. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы понять, что это такое. Однако, если те, кто идет на переговоры, не идет, точнее. Например, пустынники из Аин-Аль-Ахмара. Они твердо верят, что в капсуле знаний Архонтов заключена сила Алого Короля, и что он вернется в этот мир, когда они получат капсулу. Они не позволят кому-либо из Академии запятнать дух своего божества. Значит, ты представляешь их, преследуешь их, потому что они отказались сотрудничать с тобой? Да, Аин Аль-Ахмар не самая богатая и влиятельная бригада, но ее члены полны решимости получить эту капсулу. Они используют любые скрытые методы обогащения, чтобы собрать достаточно средств. Поэтому я вмешиваюсь в их дела, чтобы принудить их к переговорам. Капсула знаний Архонта должна быть выставлена на тайном аукционе в ближайшие несколько дней. Каждая бригада сделает свою ставку, и капсула будет тайно передана победителю. Чтобы обеспечить безопасность капсулы и избежать внимания Матры, получившей капсулу бригада не будет раскрывать свою победу на аукционе. Пока я не узнаю, кому в итоге достанется капсула знаний Архонта, не о чем договариваться. Дори самый надежный источник информации, но раньше этот путь был для меня закрыт. Теперь, когда у меня есть вы, ситуация изменилась. Другими словами, ты хотел, чтобы мы подружились с Дори, чтобы узнать, где находится капсула знаний Архонта? Да, можно и так сказать. Но такой расклад не вредит никому из нас.
Послезавтра вернитесь к Дори и попытайтесь узнать о местоположении капсулы знания Аргонта. Если у нее не будет информации, подождите еще два дня и обратитесь к ней снова. Если у меня будет возможность изучить капсулу знания Аргонта, я поделюсь с вами результатами исследования. Как вам такое вознаграждение? Спасибо. Просто спасибо. Хорошо, тогда встретимся через два дня. Аляхта Хайтамо, еще один вопросик. Мы приобрели одну капсулу знаний для себя, но не знаем, как ее использовать. Хотите использовать капсулу знаний? Хорошо, я научу вас. Сделать это прямо под носом у Академии будет несколько проблематично. Пойдемте на окраину города. Вау, 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 слушайте, это новая фишка? Давайте, ладно, пока что пройдемся. А пока мы идем... Да, 250 метров, ничего страшного. Я думаю, что теперь можно будет капсулы эти покупать, судя по всему. Если это будет новая фишка Сумеру, это было бы прикольно. А вы хотите, чтобы я вообще вышел отсюда, что ли? Ну ладно. Это как-то будет эпически выглядеть, видимо, судя по всему. Изучение капсулы имеется в виду. Далековато, кстати, смотрите. Это место подойдет. Покажите мне свою капсулу. Вот она. Техника фехтования на мечах 8 уровня, что ли? Зачем она вообще вам сдалась? Вы и так умеете владеть своим мечом. Капсулы боевых знаний, подобные знания встречаются редко, так как большинство из них используются пустынниками для усиления своих боевых возможностей. Оу, правда? Как здорово, что мы не зря ее приобрели, конечно. Чтобы узнать эффективность знаний, я могу помочь тебе проверить свои боевые способности, однако эффект, скорее всего, будет минимальным, если ты уже достаточно сильна. Да. Мы можем провести контролируемый эксперимент, в котором ты будешь сражаться в двух битвах. До использования капсулы знаний и после. Пока ты сражаешься, я попрошу терминал Акаши измерить твои физические параметры. В испытаниях могут быть различия в твоей физической силе, а также способностях наших противников. Но не волнуйся, позже я проведу статистический анализ, чтобы исключить искажение данных. Аль Хайтан, ты сумасшедший! Наверное, один из отличников в Академии. Паймен, интересно, ты тоже похож на тех студентов, которые нужны капсулу знаний, чтобы закончить Академию? Так почему ты рискуешь попасть в матри ради этой капсулы? Мне тоже интересно. В большинстве случаев, когда невозможно понять действия ученого, их можно объяснить любопытством. Это незыблемая истина. А, похоже, ты пытаешься уйти от ответа. Итак, приступим к испытанию. Просто сражайся, как обычно. Да, это я люблю. А, начните первое боевое испытание. Цель находится где-то в этой области. Че, с грибами, что ли? Не, серьезно? Так, ладненько. Так, ребят, у меня испытание, извините. А, прошу прощения, тут речь шла, типа, не об одной битве, да? Ладненько. Смотрите, показываю. Памс? Ладно, я думал, все лопнут. Так, поговорите с Аль-Хайтамом. Слушайте, а он и кто, интересно? Мечник? Лучник? Оружие не видно, к сожалению. О, теперь я подключусь к твоему терминалу Акаши и запишу данные. Оп-оп. А теперь используй капсулу знаний. Возьми ее в руку. А я помогу тебе установить связь с капсулой, чтобы ты могла активировать ее силу. Да ладно. Используйте капсулу. Так, чтобы не использовать, мне, скорее всего, придется, наверное, ее поставить. Ага, использовать. О, она одноразовая была! А на мгновение я увидел бесчисленные фигуры, сражающиеся на мечах, а в следующий момент они исчезли в глубинах моей памяти. Вау. Ну, согласитесь, классно, да, смотрится? Эй, что это с тобой? Я кое-что почувствовал. То есть это сработало, что ли? Хорошо, время для второго раунда. Сражайся с тем же самообладанием, что и раньше. Вау, вау, достижение? Опять грибы. Проверьте второе боевое испытание. А, жалко, музыка закончилась. Вау, а это действительно мы сильнее стали, что ли? А бафов нет никаких. А в чем прикол? А, теперь я снова запишу данные.
Но Аль-Хайтайм, ну что там? Купленная вами капсула знаний явно улучшила ее способности. Во второй битве общие данные боевых навыков увеличились на 0,073 тысячи. По сравнению с первой, так мало? Что? Проклятие! Торгошка Дарри провела нас! 1 000 000 мор, и эта штука из 100 000 не стоит. Одна из возможных причин такого результата заключается в том, что она уже была очень сильной на момент использования капсулы, поэтому содержащиеся в ней знания вряд ли могли бы дать значительное увеличение показателей. Зато это испытание позволило мне получить больше информации о вас. Я начинаю верить, что наше сотрудничество может быть выгодным. Я возвращаюсь в Викалу Фундук, жду новостей через 2 дня. Это может, чтобы заплатить Дори за информацию. Заплатить столько, сколько она попросит. Мешочек с деньгами? Погодите. Подождите, 2 дня. Ну, это нам придется очень долго ждать. Раз, получается, и 2. Пойдем к ней ночью. Она же ночью работает, надеюсь, не спит. А то прибыль-то, конечно же, все-таки зависит от многих факторов, в том числе и сколько ты работаешь. Ну, давайте посмотрим. Кстати, если вы еще не подписаны, подписывайтесь прямо сейчас. Вот стрелочку видите, быстрее успейте нажать на красную кнопку под видео до того, как стрелка прямо закончит идти. И пишите комментарий, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Быстрее! Успели, надеюсь. Я очень надеюсь. Так, меньше 30 минут. Что, все? Все это, надеюсь, да? Подождите. А, до 7 утра. Видите, моя невнимательность. Ну ладно. В принципе, тут 4 часа подождать. Есть еще у вас время. Все, времени больше нет. Так, что у нас? Давай сегодня сходим к Дори и спросим ее, где находится капсула знаний Архонта. Хорошая идея. А сколько? О, опять же так близко. Но, по-моему, она же находится вообще на 2-м этаже. Мне придется, по-моему... Хотя здесь есть лифт. Ну-ка. Великолепная музыка. Так, а тут лифт-то есть вообще или нет? Подождите, а это что такое? Это не... А, нет, это нет. Нет. Ну ладно, пойдем по лестнице. А, есть лифт! Замечательно. Как лифт... Ну потому что это же Сумеру, как вы думали? Тут столько ученых, академиков, тут все, и смотрите. Они все предусмотрели. Тихо, тихо, тихо. Опа! Кто это у нас тут прячется? Сюда, сюда! С возвращением, мои любимые клиенты. Чем я могу полезно быть в этот раз вам? Капсулу знаний или что-то другое, все, что угодно. Только скажите, я найду способ достать это, если у вас есть много блестящей моры, разумеется. Дори, ты правда можешь достать все, что на свете? Конечно, выходит, одних капсул знаний вам уже недостаточно. Не стесняйтесь, говорите, что у вас на уме. Мы хотим приобрести капсулу знаний Архонта. О-ха-ха, вы смеетесь, что ли? Откуда же у меня она? Я знал, что такое такие обеспеченные клиенты, несомненно, жаждут чего-нибудь большего, чем обычные капсулы знаний. Знаете, такая информация не будет дешевой. Мне пришлось очень постараться, чтобы приложить тебе путь на площадку аукциона. Не говоря уже о том, что если кто-нибудь узнает, что я допустил утечку информации, у меня будут большие проблемы. А как мы можем быть уверены в достоверности твоей информации? Довольно занятно, что информация оказалась у тебя именно в тот момент, когда она нам понадобилась. Она смеется волшебно просто. Все ценное на рынке является для меня товаром. Я всегда должна быть в курсе того, что актуально на рынке, чтобы заключить больше сделок. Что касается подлинности информации, я сфотографировала сделку таким образом, никто не сможет поставить ее под сомнение. Назови цену. Всегда приятно иметь дело с такими хорошими клиентами. А теперь, когда вы заплатили, приготовьтесь услышать шокирующую информацию. Капсулу знаний Архонта вчера купил никто иной, как Мизри, лидер Айналь Ахмара. Да, ты что, пустынники, которые поклоняются Алому Королю? Да, именно они, похоже, вы хорошо их знаете. Айналь Ахмар сделали все возможное, чтобы получить капсулу знаний Архонта. Они верят, что в ней содержится сила Алого Короля. Эта капсула знаний Архонта не похожа ни на что, виданное мной ранее.
От нее исходит ярко-красное свечение. Капсулу хорошо видно на фотографии, которую я сделала. Можете посмотреть сами. Спасибо за информацию, Дори. Мне стоит благодарности, мои верх. Вчерашние усилия не пропали даром. Благодаря вам, мои проницательные клиенты. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам понадобится что-то еще. А мы выяснили, где находится капсула знания Архонта. Оказывается, она попала в руки Айна Альхмара. Так, у нас еще фото есть, кстати. Давай вернемся и поговорим с ними. А можно фото посмотреть хотя бы? Вот оно, кстати. Ну-ка. А посмотреть нельзя. А зачем тогда нам ее вообще давать? Так, а где эти пустынники прячутся? А, знаю, знаю. Догадываюсь. Так, в смысле, а... Я-то думал, мне к пустынникам надо... Аль-Ахай, там у нас есть для тебя информация. Правда? С удовольствием послушаю. Капсула в руках Айна Ляхмара. Дори предоставила нам доказательства сделки, взгляни. О, снимок очень четкий. Она не только решила отправиться на торговую площадку пустынников, но и подобралась очень близко. Это требует большого мужества. На этой фотографии действительно изображен Мизри, лидер Айн Аль-Ахмара. В руке он держит уникальную красную капсулу знаний. Она выглядит как капсула знаний Архонта. В таком случае, если все будет сделано правильно, то когда мы встретимся с ними на следующей неделе, то сможем заставить их раскрыть тайну. Сначала Паймон не понимала, зачем провоцировать этих парней из-за Айна Аль-Ахмара. Но теперь все становится ясно. Все идет по плану. После победы над ними мы сможем наконец поговорить с их лидером и попросить его одолжить нам капсулу знаний. Конечно, конечно. Спасибо за ваше время и усилия. Отдохните несколько дней, пока я сделаю кое-какие приготовления. Встретимся снова ровно в 3 часа полудня в назначенный день. Договорились. До встречи. Так, все? День встречи с Айн Аль-Ахмаром. О, Аль-Хайтам определенно не торопится. Он уже здесь, за твоей спиной. Где он может быть? А, вот он. Извините, что заставил вас ждать. Пойдемте на пирс перед Фаросским маяком. Пойдемте. Как раз узнаем, где он находится. Это не он, случайно? Подождите. Так, ну, у меня есть прям очень большое желание просто проплыть это море. Так, знаете, как сделаем? Смотрите. Обалдеть, да? Так, 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 так. Аль-Хайтам, я знал, что ты безумен, но я не знал, что ты настолько безумен, чтобы прийти сюда. Это я настаивал на этой встрече. Я беспокоился, что вы можете не сдержать свое слово, но, похоже, я ошибся. Смотрится эпично. Я тоже привел группу поддержки на эту серьезную встречу. Надеюсь, вы не возражаете? Группу поддержки? Разве это не та девчонка из таверны? Ты помогаешь ему, потому что он помог тебе, смело. Не буду скрывать, мы отправим вас на корм рыбам! Хватайте их, парни! Ух ты ж, битва начинается. Что? Они приближаются, удачки вам! Что? О! А ну-ка. Область, смотрите, закрытая, да? Прикольно смотрится. Отсюда не выйти никак. Если что, мы в ловушке так-то. А, тут еще у них подкрепление. Ну, волшебники появляются в нужное время, да? Все. Оу! Проклятие, эти прихвостни из Академии. Да ты уверен, что мы из Академии? Босс! Наконец-то ты здесь! Вау. Удалось применить ту штуку? Отлично! Тогда... Ух ты, что это с ним? Босс! Жестко. Сейчас будет эпик битва, что ли? Босс!
Жесть, ты в порядке? Что с ним случилось? Откуда такая сила? Нужно прервать связь с Акаши. Цель обнаружена, схватите медленно. Не надо чинить препятствия, понятно, Альхайтайм? Конечно. Я всего лишь хотел помочь. Увидите его. Это стоило того. Пусть мир забудет меня. Жестко. Что это только что произошло? Этот здоровяк внезапно потерял рассудок. Похоже, он использовал капсулу знаний Архонта. Хочешь сказать, что капсула знаний Архонта превратила его в это? Кстати, Хайпассия упоминала. А, ты имеешь в виду, что некоторые исследователи сошли с ума после прикосновения к знаниям Эрнинсуля? Я слышал о многочисленных случаях, когда исследователи сходили с ума на стадии Сатьявады. А судя по его состоянию, это похожая ситуация. Эта капсула знания Архонта, похоже, связана с божествами, но совсем не так, как принято считать. Обладание ею не дает божественной мудрости или силы. Вы слышали, что он сказал? Мир забудет меня. Что это может значить? Его слова полностью совпадают с тем, что я слышал тогда у Эрминсуля. Если Матра забрала его знания, Академия вернула себе капсулу знаний Архонта. Жаль, мы были так близки. Пайман не ожидал, что капсула знания Архонта окажется настолько опасной. Если бы мы попытались открыть ее, кто знает, что бы с нами случилось. При нынешнем положении дел у меня нет причин оставаться в Порт-Ормосе. Можно считать, что наше сотрудничество подошло к концу. Мы были так заняты поисками капсулы знания Архонта, что Паймат забыла спросить тебя кое о чем. Знаешь ли ты, как встретиться с Малой Велосительницей Кусанали? Ты ведь из Академии. Честно говоря, нет. Малая Велосительница Кусанали существует вне системы управления Сумеру. Как правило, вы и знать не будете, что она существует. Поскольку Академия владеет Акашей, символом божественного знания исследователи не стремятся вступать в контакт с Архонтом. Ох, малая Велосительница Кусанали окружена тайнами. Я возвращаюсь в Академию. Как насчет вас? Сабзерудзе, не за горами, пора возвращаться. Мы весь день на ногах. Давай сделаем перерыв и отдохнем. Да, ты права. Здесь наши пути расходятся. До свидули. Что мне сделать сначала? Позаботиться об этой вещи или написать отчет руководителю? Ах ты! Альхайтам! Вот это поворот. Слушайте, как будто какой-то сериал смотрю, если честно. Жесть! Продолжение следует, заметьте. Сквозь дым и темные что-то там. Новое задание. Долгожданный Сабзерус, кстати. Там-там-там-та-ра-там. Так, секунда, можно посмотреть? Да. Прекрасно. Это было бы супер задание, мне понравилось, потому что тут было много экшена и супер поворота и так далее, заставка. О, это было нечто, ребят. Согласитесь, это было классно. И под эту великолепную музыку, как обычно, как и в прошлый раз, я хочу вам сказать, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Не забывайте смотреть мои видео до конца без перемотки, для меня это очень важно, но увидимся уже в следующей серии, посмотрим, что же будет впереди. Да, Сумеру это просто безумие. Как я раньше говорил, в Инадзуме огромное количество диалогов, ну а здесь немножко все изменилось в лучшую сторону. Увидимся в следующий раз. Пока.